Сезон простуд. Я солдат и бывал в разных передрягах. Но это все ерунда по сравнению с простудой и гриппом. Совершенно верно, док. Я очень болен. Приезжайте поскорее. Солдат антарктических войск никогда не покидает боевой пост. Разве что он так болен, что не держится на ногах. Какая неудобная штука. Мама, я очень-очень-очень сильно простужен. Не могла бы ты прислать мне куриного супчика? Это так необходимо? Ну ладно. Пожалуйста, припожалуйста, распожалуйста, мама. Я жду. Понял, конец связи, мама. Да, сэр, мамин куриный супчик быстро поставит солдата на ноги. Быстрее, чем вы успеете сказать. Ща! Так быстро? Люблю мамочку. Пахнет пингвином. Выпустите меня! Я тебе покажу, как прикидываться мамочкиным супом. Мне надо в постель. Этот пингвин так меня загонял, что у меня наверняка подскочила температура. О, нет! Мне нужно немедленно охладиться. Попробуй только вернуться, ты у меня попляшешь, разносчик инфекции. Похоже, требуется применить военную хитрость. Я перехвачу пингвина на выходе и одновременно собью себе температуру. Небольшой трюк, которому я научился на тренировках по выживанию. Прекрасно выполненная сверхсекретная операция. Должна быть у меня аллергия. Мне необходим медицинский уход. Я хочу к мамочке. Теперь этот воришка во фраке не сможет утащить грелку, не разбудив меня. Это армейская смекалка. Док, слава богу, вы здесь. Скажите, что за мной? Я так и знал.
Ладно, еще сыпь. Скажите, док, это необходимо? Хорошо, делайте свое дело, я буду храбрым. Не могу смотреть. Что? Стойте, рядовой! Я не позволю реквизировать эту грелку, как бы я ни был болен. Попался. Отпустите меня, Хогвартс! Извините, майор. То есть, сэр. То есть, майор. Извините, сэр. Я уже целых 2 часа вам звоню. Вы должны были дежурить на командном пункте. Я там был, сэр. Но я заболел. Поднялась температура, появилась сыпь. Да еще какой-то пингвин пытался украсть мою грелку. А потом Хогвартс, у вас жар, вы бредите, галлюцинации, пингвины, ворующие грелки. Приказываю вам лечь в постель.